На набережной Батуми есть абсолютно бесплатный аттракцион в виде светомузыкального представления «Танцующие фонтаны». Единственный совет – занимайте место заранее, потому что в особенности в сезон все скамеечки напротив этого фонтана, самые лучшие места обычно заняты. И приходится стоять или стоять сбоку, откуда вид не очень. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Краткие выдержки с представления. Комментарии местные лягушки, обитающие в пруду, своим кваканьем как нельзя кстати дополняет балет Чайковского «Лебединое озеро». Музыкальное сопровождение, скажем так, довольно-таки большое и широкое. Это Фредди Меркури, Лебединое озеро, вот это какие-то восточные танцы. Поэтому каждый любитель музыки найдет то, что ему здесь нравится. И программа, кстати, не повторяется. Ну, 2-3 дня она, по крайней мере, меняется. Не знаю, как за другие дни.